дальше. Вот это вот письмо из Финляндии. Вот, к сожалению, если вы меня слышите, Людмила, получая от вас, я к вам раз, письмо ушло, а от вас уже через месяц придет, но это какая-то хитрость уже заграничная. Только с вами так, что надо месяц ждать ответа. Ладно, вам еще одно мое наблюдение. Это она мне пишет. Она из наших. Слива желтая и синяя одного возраста, посажена в 2012 году. Так вот, слива желтая перешла на кустовую форму, и кора у нее здоровая. А слива синяя, которая штамм 120 см, покрыта лишайником. Сейчас в Подмосковье лишайниками покрыто практически все. Вот все из этих самых штаммов долбанных. Видно, что синяя слива плохо, но как ей помочь, не представляю. Ладно. Кстати, как ей помочь? Ну, во-первых, перестать это обрезку делать. Во-вторых, ждать, пока она сама себя вылечит. Это мой постулат. Никакими ядохимикатами, никакими заделками ран, начиная с обыкновенной заделки и кончая бесконечно. Невозможно вылечить дерево. А сама мы сегодня фотографии делали, показывал. Вот. Прекрасно заживляются сами. Это после 40 градусов морозов.